ЩКЗ, ТВРТ, ЩК центр. Да, ну так трещит, оно с 433-920 залетают эти сигнализации, поэтому такая ситуация. Так, это у нас получается, вы находитесь на юго, ой, на северо-востоке, сейчас у меня антенна на запад. 10 элементов. А ну нажмитесь еще раз, я подивлюсь, сейчас я ролик записываю. Да, Ульяна Сергей, 5 щука, киловатт, Зинаида. 5 щука, киловатт, Зинаида. Прием, прием. Щука, киловатт, Зинаида. Так, сейчас я поворачиваю антенку, пойду поверну. Постараюсь на вас ее направить, эти 10 элементов. Подивимось, какая разница будет. Буквально минутка. Так, антенна у меня, вот она, 10 элементов, очень низко. Ну, тут метров, не знаю, 3 от земли, очень низко. Сейчас повернем, посмотрим, как там, что будет работать. Так, щука Зоева, 3 щука, щука центральный. Что там, получше стало, да? Да, вроде как, да. Я вот 5 щука киловатт, Зинаида, вроде как, покрасившая выглядит, прям. Да, сигнал побольше стал, побольше. Но тут опять же, все-таки уже у 10 элементов у них уже диаграмма поуже, чем у двух квадратов. Ну да, я думал, да, эти направленные антенны, но чем она более, ну, в общем, надо крутить, крутить. Это, в общем-то, не совсем удобно, например. Да, ну у меня обзор на это есть, поэтому как раз стандарт. Обзор, наверное, 430, ну и это, чтобы крутить. А, окей, тогда, конечно, такой вариант довольно неплохо. Ну, я пока так, например. Надо, да. А это Запорожье левое, это типа Скворцово, в том районе вы находитесь, да? Вот, в сторону Скворцово, да. Ну, Скворцово только севернее от меня.